В этом мире, как говорится, еще не было ни одного старого наркомана. Наркопреступность в настоящее время омолаживается. Все больше и больше втягивается в этот наркобизнес несовершеннолетних. Я так понимаю, что вот эти наркодельцы, они никому и не собирались платить никакие тысячи долларов, а те, кто нанимаются к ним, в принципе, потенциальные сидельцы. В среднем до одного месяца закладчик живет такой свободной жизнью. Ну вот представьте, еще в следственном изоляторе это решетки, это камера. Невозможно играть в эту игру и не проиграть. Это ток-шоу «Социум». Мы рассуждаем о том, как уберечь подростков и молодежь от цепких щупальцев наркотического спрута.